Четвертая подряд победа «Ариады». Волжская команда в очередном выездном матче высшей хоккейной лиги обыграла одного из лидеров лиги – Донецкий «Донбасс». После двух периодов наша команда вела со счетом 3-0. В третьем отрезке игры хозяева предприняли попытку отыграться и даже слегка преуспели, дважды сведя преимущество «Ариады» до одной шайбы. Однако волжанам удалось отстоять результат и выиграть со счетом 5-3. Сейчас наша команда на пятой строчке дивизиона «Запад» и на девятой в общем зачете ВХЛ. Следующие два матча для наших хоккеистов – выездные. Соперники – хоккейный клуб «Рязань» и хоккейный клуб «Саров».